Всем привет! Сегодня я поехал в магазин. Всю ночь у Льва была высокая температура. Сейчас поеду за лекарствами, за продуктами. И заодно сниму видео про Мирану, про Майю. Все, поехали. Сейчас за продуктами сначала, за лекарствами Льву. А потом уже поедем снимать видео. Постараемся недолго быть. Вот, все у нас тает. Вот асфальт видно, ямы теперь видно. До этого они были заделаны снегом, а сейчас вообще просто смотрите, сколько ям. Асфальт просто весь избитый. Хотя стелет новый, но он тут же трескается, ямы новые появляются. Не просто невозможно вообще ездить по таким дорогам. Но приходится. Тут такая ямина вообще хорошая. В общем, едем за продуктами. Машину оставил, вообще некуда поставить. Иду в Низкоцен сейчас. Людей сегодня много, потому что сегодня Масленица. Масленица там у нас проходит на площади. Но мы на нее не пойдем. Потому что у нас лев заболел. Некогда. В общем. Вот наш Низкоцен. Кристина попросила купить сок и хлеба. Сок она захотела такой вот грушевый. Больше я вроде не вижу тут груши. Так, только апельсин, тут виноград. Все такое. А вот груши нету. Груши нету, не вижу я. Только это. Так, продукты мы взяли. Немного, правда. Взял только хлеб, сок и йогурт. Вот несу. Сейчас ДНС с покупками, потом покажу вам, что куплю. Вот наш ДНС. Приехали мы снимать видео. Вот снимаем. Собаки бегают. Но это смотрите на канале Денисыч. Скоро это видео выйдет. Так что обязательно смотрим. А мы сейчас поедем скоро уже домой. Отвез я домой продукты. Потом покажу, что я купил в ДНСе. Сейчас едем до папы. Там мы... Хочу поменять лампочку. Отдать там надо посуду кое-какую. Сушист высшего разряда снова делает суши. Ты, кстати, это наполовину где-то рис делай даже. Да? Да. Я вижу, я же это. Разные школы сушистов. Ну у так нас... даже нормально, вот так как раз будет. Маленько все это ближе. Может побольше туда риса, они что-то у нас мелкие получают. Так суши, как суши получится. Вот видишь, доску не надо. Вот до суда надо, чтобы. Здесь уже не должно быть суши. Рис уже не должно быть. Ой, да, рис не должно быть уже. А здесь что-то смачивать чем-то надо. Смачивать. Вот водичкой. Водичка где? Все надо хватит. Суши. Чисто для суши. Напишут в комментариях, что надо каждый раз, когда ты режешь, да? Надо каждый раз нож протирать от риса. Потому что он налипает, когда не режет. Ну, либо это смачивать постоянно, убирать рис. О. Ну вот так нормально.
Свои заказывали? Ну, Валберисе. И сколько стоит? 2700. Какие сапоги 2700? И шовка. Знаете, что за ночь? Ну, вот такие замки. Че, каблук не отлетит так? Надеюсь, что нет. Купили сейчас крышку вот такую. Тосол. Тосол это антифриз, да? Ага. И лампочку в магазине. Ну, сейчас здесь есть тоже. Это муры минимальный, максимальный. Пробку у тебя? Пробку? Не-не, от этого. Останется только лампочку поменять. Все, лампочку сняли. Еще на радиаторе. Трещины, да? Ага. Ну, да, на микротрещинка. Угу. Еле заметно, но сопли нет. Ну как под определенным углом они? Две штуки. Две штуки вот эти прорезиненные. Берется. Да, понятно. Хватит? Ты видишь вообще, где паять-то? Да вот она трещинка. Должна проявиться. Где вот там расплавилось? Да. Немножко. Да. Вот это. А здесь припой сразу с канифолью. Не знаю, прогреется, не прогреется. Или может так? Посмотрим потом. Ниже отпаять можно. Да понятно. Можно, но паяльник маленький. Большой где-то там у деда. С паской. Прогревать надо, видишь? Он путем не прогревает. Просто поверх напаивает все. Да. Радиаторы паяют вообще такие мощные. Паяльники. Ну, припаяться, даже потом не прогреть, он не снять. Отвалилось. Ну, штосол поступает. Трещина. Надо, наверное, сливать маленько. Что, наверное, не получится у нас. Сливать надо тосол, потому что у нас и паяльник нормальный брать. Мощный. Если она не держит. И отваливается, да? Ну. Все, лампочка на месте. Провод подсоединил, попробуй включи. Видишь? Да. Все. Все, фару сделали. Радиатор надо будет смотреть, потому что там какие-то трещины появились. С них идет тосол.
постоянно уходит, уходит. Из-под пробки, кстати, тоже выходила. Поменяли пробку тоже. Солчика купили еще, литр. В общем, что делать надо будет, радиатор смотреть. Трещины эти запаивать. Сейчас я еду домой уже. Там посмотрим, может, что-нибудь поделаем еще. Покажу вам рассаду. Почему? Если что-нибудь так. Это все перцы, да? Да. Баклажаны. А где баклажаны? Вот это? Надо смотреть. Не знаю. А написано? Да. Перец, это казачок. А это что? Это перец сладкий. Тут перец аристократ. Вот это, наверное, кабачки. Баклажаны. Баклажаны. Ну, наверное, вот это. Опа. Вот купил в Денесе вот такие вот часы. Как это, фитнес, да? Фитнес-браслет. Это не часы, это фитнес-браслет. Вот Кристина сейчас, как он включается, занимается. Вот время идет. Сколько она калорий там сожгла. В общем, прикольный браслет. Так он выглядит. Honor. Очень удобно. И еще взял вот такой вот фен. Тоже подарок Кристине. У нее скоро день рождения. И я заранее купил ей подарки. Philips. Тоже хороший фен. Потом покажем, как он дует. Потом Кристина отзыв свой оставит. Такой вот фен. У нас тут по рассаде вот так вот растет петунья. Вот такой уже большой огуречек. И тут у нас проклюнулся огуречек. А тут пока что... А, нет, вон вроде видно маленько. А остальные лотки, что-то пока ничего нету. Вот так вот. Почему вот эти растут, скорее всего? Потому что вот эти у нас петуньи, они домашние. А вот это сюда вот все, что садилось, оно магазинское, оно не выросло. А вот домашнее у нас растет. Лев у нас, как я говорил, немного приболел. Сейчас вроде бы целый день у него не было температуры. Все нормально, там 37 была. Надеюсь, ночью температура опять не поднимется и все будет в порядке. Вот лев. Че, лев, как у тебя температура? Нормальная температура? Да. Ко. Давай, лев, выздоравливай. Выздоравливай, выздоравливай. Ну-ка, да. Чтоб не болел больше, понял? Чтоб не болел. Да. Ко. Да. Вот так вот. Вот такое вот у нас сегодня видео получилось. Кому понравилось, ставим, конечно же, большие пальцы вверх, подписываемся на канал. Ждем новых видеороликов, они выходят каждый день. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.